Привет, ребятки! Сегодня внеочередной видосик не совсем в формате канала. Недавно мне удалось на некоторое время слетать на море. Ну и чем займется человек, приехавший на морской курорт? Конечно, рванет искать аэропорт. Итак, в Ионическом море, зажатом между Грецией и Италией, находится остров Корфу, он же Киркира. Остров небольшой, но довольно популярный среди туристов. Возле столицы острова расположен аэропорт имени Иоанниса Каподистрия. Дядька уважаемый, крупный греческий политик своего времени и, удивитесь, министр иностранных дел России в начале 19 века. Ну, вернемся к аэропорту. В принципе, обычный региональный порт с маленьким и совсем не впечатляющим терминальчиком. Полоса длиной меньше 2,5 километров из асфальта. Любопытно то, что полоса одним краем выходит прямо в залив, а неподалеку полно неплохих местечек для съемок. Дальше предпочту помалкивать. Считайте это летним спотингом.